Рекламно-информационная программа. Полезный город. Добрый день, в эфире программа «Полезный город». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня в течение 20 минут в этой программе я буду беседовать с, как принято сейчас говорить, бизнес-леди. Во-первых, это Юлия Пронина, руководитель салона «Роял Керамика», что на территории торгового комплекса «Планета», и руководитель компании «Акватрон» Ирина Воронова. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, давайте сразу мы определимся, где именно в торговом комплексе «Планета» искать ваши салоны, ваши магазины, чтобы заострить внимание на этом слушателей, чтобы спустя 20 минут они действительно могли там сделать вывод, что стоит посетить упомянутые салоны. Где искать? Ирина, скажите, пожалуйста, «Акватрон». «Акватрон» найти очень легко. Мы находимся сразу при въезде, как у ворот, павильон 1З, как... Въезжаем в планету, сразу налево. Первый павильон 1З. Наш магазин находится на двух этажах. Мы занимаем большую площадь в планете. Угу. Вот. Дальше Юлия. Юлия, вас как найти в планете? Заезжаем, поскольку в планете одностороннее движение, там сразу поворачиваем направо, соответственно, там больше некуда. И это большой круг, синяя линия, павильон 6С. 6С. Да. Ну, как известно, торговый комплекс «Планета», что находится на Московской 102В, еще раз напоминаю, да, адрес, он давно уже, естественно, существует в нашем городе, хорошо себя зарекомендовал, в первую очередь, тем, что именно в «Планете» собраны, ну, все или практически все материалы, для которых нужны в ремонте, в строительстве, в отделке и так далее и тому подобное. Что касается вас, вы как давно занимаетесь вот этим бизнесом и сколько вы уже в «Планете» находитесь, Ирина? Наша компания напоминаю, что компания «Акватрон», компания «Акватрон» – это все, что касается сантехники. Да, вот все если, правильно. Вот если так просто от начала выражаться. До конца. Да. Мы с самого начала, от открытия «Планеты», как вот «Планета» открылась, нас пригласили, мы так вместе долго времени, уже лет 15, даже больше. Юлия, у вас как история? У нас немножко история поменьше, покороче, помоложе. Мы занимаемся с начала 2013 года. Магазин функционирует. Пятилетие вы отметили в начале этого года, получается. Первый юбилей, да. Мысли по поводу того, что... А, это единственные ваши торговые точки или где-то еще есть? Ну, у нас еще есть. А, есть еще. Ну, сегодня мы говорим о «Планете» именно, да, безусловно. Давайте познакомим подробно наших слушателей со спецификой компании, которыми вы руководите. «Роял Керамика». «Роял Керамика», или можно перевести с английского как «королевская керамика». Это керамическая плитка, разумеется, для ванны, для кухни, плитка напольная, керамогранит, ну, вот. Продолжайте. Плитка, Юлия, для, да, всего. То есть, если говорить о, ну, таком основном направлении, керамическая плитка, да, которая чаще всего это, да, ванная, кухня, полы и так далее, то ее огромный у нас выбор. Мы делаем проект, помогаем разобраться вообще в этом мире, потому что человек, когда приходит, когда он с этим сталкивается, у него, ну, такие небольшие... Глаза разбегаются. Глаза разбегаются. В том числе, да? Да. И люди часто говорят, как раньше было хорошо. Вот 15 на 15 ты достал, поклеил, и слава богу. Кто и не... стены, и пол, да, и потолок, и все. Кто не достал, тот покрасил. Вот. Сейчас человек приходит, у него разбегаются глаза, и мы помогаем вот в этом всем сориентироваться. А вот расскажите, и вот подходит ваш консультант, и как он начинает, ну, просветлять человека? Во-первых, нужно понять вообще, куда эта плитка нужна человеку. То есть в какое помещение, на какую поверхность. И в помещении ли вообще, потому что также есть представлены клинкерная плитка, которая укладывается на улицу, на ступени и так далее. Клинкерная, это значит, для тех, кто не в курсе? Это значит специальная глина, которая, ну, грубо говоря, не боится мороза, которая не страшна, что эти ступеньки будут там 20 лет у вас лежать. Морозоустойчивая. И ничего с ним не сделается. Устойчивый материал, да. Да. Вот. То есть, во-первых, выявляется потребность, куда нужно. Во-вторых, по дизайну, естественно, что бы хотелось человеку, потому что сколько людей, столько и мнений по поводу, какая она должна быть, его
идеальная плитка, в которой жить человеку, как правило, очень долго. Потому что если говорить, например, про эту же ванную комнату, да, ремонт ванной комнаты, это, ну, целая эпопея. Это не переклеить обойчики, и когда человек выбирает, он должен к этому осознанно подходить, потому что ему жить в этом долго. Знаете, когда речь идет о ремонте, есть такая шутка, но в каждой доле шутки есть доля правды, да. Да. Из-за ремонта семьи распадаются иногда. Легко, мне кажется. Когда муж на одном настаивает, жена на другом, дети на третьем и так далее. Так. Ну, мы... говоря о дизайне, мы имеем в виду, в первую очередь, расцветка, это рисунок конкретный, да, и так далее. Да, то есть рисунок, расцветка, формат, опять же. Mm-hmm. То есть она сейчас настолько плитка разнообразна, буквально от каких-то небольших размеров, 10 на 20, 7,5 на 15 сантиметров, до огромных, метр там, на 2 с лишним. Вот. Когда определились все-таки уже с дизайном, направлением, скажем так, куда смотреть, цветовой гаммой, есть возможность в специальной программе на компьютере изобразить не какое-то гипотетическое, да, раскладку, а именно помещение, В котором, собственно, да, укладывается эта плитка и будет. Да, угу. Да, да. А для этого что, фотографию нужно принести? Для этого нужны просто размеры. То есть это буквально планировка, не обязательно с какими-то там инженерными обозначениями. То есть главное, можно нарисовать просто на коленке, что тут столько-то размер, тут там короб, тут труба. В общем, рулеточкой надо померить. Да, это элементарно, как правило. Вот. Нужны размеры и нужна какая-то коллекция для отрисовки. И делается это, ну, достаточно быстро. Человек визуально видит свое помещение, как оно будет выглядеть. Потому что все равно большинство людей, наверное, все-таки визуалы, и им сложно по там, двум-трем приклеенным плиткам на стенде понять, как она будет смотреться уже в его ванной комнате. Вот. Здесь же он все это видит, и сразу программа считает доплиточно. То есть нету какого-то гипотетического, что вот у нас там 15 метров, мы возьмем там еще запас 5 метров и похороним их там у себя в гараже где-то и на лоджии. А вы с кому пригодится? Да. Нет, такого нет. То есть там буквально с учетом всех подрезок программа все это высчитывает. Вот. И, соответственно, когда есть точное количество, есть абсолютно точное понимание по стоимости. Вот. Это, опять же, очень удобно, чтобы вот не было какой-то вот этой вот непонятно, вот примерно. То есть у нас ничего примерно нет. У нас все как в аптеке. Вот. И когда уже человек, ну, плитку приобретает, соответственно, ему эта раскладка плитки, она выдается, чтобы плиточник, он выкладывал все строго по инструкции, чтобы он не занимался самодеятельностью, не дергал за рукав, да, заказчика, а вот как здесь. У него все там четенько расписано, показано стрелочками. И, ну, сразу много зайцев убивается этим проектом, то есть и посмотрели, и посчитали, и, соответственно, уже при укладке это все делается гораздо проще. А, кстати, с услугами плиточника вы тоже помогаете? С услугами плиточника мы можем рекомендовать, ну, как, просто дать контакты. Дать контакт. Потому что часто бывает, что у людей практически у всех свои бригады. Вот. Навязывать мы никогда не навязываем. Если у нас спрашивают, мы можем дать номера телефонов плиточников, и уже люди сами договариваются. То есть услугами по укладке мы непосредственно не занимаемся. То есть наше дело, скажем так, вот такое прекрасное, красоту навести, вот. А уже по укладке чаще всего. Сейчас несколько вопросов, вот коротенечко, если можно, потому что время бежит. Что за производители представлены и ценовая категория? Производители очень разные, их очень много. Я всех перечислять не буду, смысла, наверное, в этом нет. Так вот, если в целом ориентировать, это тот сегмент плитки, когда уже дизайн и качество, ну, достаточно высокие, чтобы, ну, она радовала глаз всегда. Вот. Но цена еще такая, чтобы, ну, вписаться в бюджет среднестатистического человека. Среднестатистического. Подчеркнем. Ну, это важно, я думаю. Да. Да. То есть название, да, у нас может быть такое немножко громкое, хотя вот сегмент, скажем так... Можно чувствовать себя королем ситуации. Да, да, да. Вот. Хотя сегмент, он для всех. То есть это плитка для всех, кто хочет сделать качественно, красиво. И не скажу, что дешево. Нет, это, ну, ремонт ванны, наверное, вообще, в принципе, не самое дешевое развлечение. Ну, так или иначе, с ремонта санузла все и начинается обычно, да. Это самый важный момент. Да, то есть плитка, сантехника, они обычно идут в первую очередь, и
вещи такие. Потому что можно жить без обоев, но вот без туалета проблематично обычно. Какие акции, спецпредложения в вашем салоне сейчас? Роял Керамик. Пожизненная акция вот на услуги дизайн-проекта. То есть мы всегда его делаем бесплатно. Мы не берем за это там никакие деньги. Просто не приплюсовываете. Не приплюсовываем, да. То есть понравилось – хорошо, не понравилось – ну, бог с ним, порисовали, ничего страшного, в копилочку проектов себе положили. Так. И, соответственно, уже скидки, они, как правило, это все индивидуально от суммы заказа. Понятно, что это если там уже от 30 тысяч сумма заказа, то начинаются скидки. Чем больше сумма, тем больше скидка. То есть мы не прикручиваем там эти ценники, чтобы потом сделать что-то громкое, там 20-30%. То есть сейчас в реалиях рынка невозможно честно делать такие скидки. Вот. То есть скидки делаются уже, ну, скажем так, да, мы индивидуально. Я хотя не очень люблю это словосочетание, вот индивидуальный подход. Да? Сейчас, вернее, не сейчас, а давно уже этим многие как-то хвастаются. Это действительно уже как-то перебор такой, да? Да. Я напоминаю, что это Юлия Пронина, руководитель салона «Роял Керамика» в торговом комплексе «Планета» на Московской 102В. Чуть позже мы еще конкретное, точное место расположения напомним. Но еще в это время нам осталось ровно половина для того, чтобы поговорить с Ириной Вороновой, руководителем салона «Акватрон». Итак, сантехника. Ирина. Да. Все. Все, что относится к сантехнике, все у вас есть. Хорошо. Тогда что вот уникального расскажите? Вот, чем вы выгодно отличаетесь, на ваш взгляд, от многочисленных магазинов таких? Ну, вы уже сказали, что вы два этажа. То есть это, видимо, огромный выбор. То есть многое можно найти только у вас. Да. Да, у нас огромный выбор сантехники. Начиная от прокладочки, заканчивая унитазами, мойками, мебелью для ванны. Мы гордимся очень, что у нас огромный ассортимент полотенцесушителей. Очень приятно. Как и классических, так и электрических. Всяких, да, я так разных, подозреваю. Да, и золотых, и бронзовых, и зеленых, и черных. Каких, вот, что нравится? Можно подобрать, можно привезти. Вот, и когда покупатели к нам приходят, все, мы рассказываем про наши полотенцесушители, это наша гордость особая. Люди уходят. А почему именно, на полотенцесушители вы такое внимание обращаете? Вы как-то однажды почувствовали, что вот немножко вакуум есть в этом отношении в городе, и решили так? Да, у нас просто и площади позволяет как бы представить большой ассортимент полотенцесушителей. И вот, нам очень нравится этим заниматься. Производителей у нас 4 по полотенцесушителям, от дешевого, как бы я неправильно говорю, бюджетного варианта до плюс изысканного. Ну, это видеть надо, безусловно, конечно, да, чтобы представить себе, насколько оригинальным, да, может быть, ну, прибор, если так его называть, да, конструкция сантехническая, как полотенцесушитель. Он действительно может стать украшением ванной комнаты, да, и функционал свой непосредственный выполнять, но еще вот, да, придавать такую изюминку интерьеру. Да. Да. Так вот. После, получается, магазины Юли, люди идут к нам, в наш магазин «Акватрон». А, у вас договоренность? Да. Сначала к Юли, потом к вам. Конечно, Юли сначала украсит стены, а мы все остальное. Мы подберем унитаз, подберем моечку, подберем полотенцесушитель, аксессуары для ванной комнаты. И, в общем, все, что касается санузлов, все к нам. Что в настоящий момент у вас является, как говорится, хитом продаж? Вот прям люди берут конкретно вот это и марки. Что, поделитесь? Ну, может быть, кто-то найдет себе вот ответ сюда. Ну, конечно же, это сейчас всегда смесители. Смесители. У нас идут всегда на ура. Всегда. Без сезонности. В сезон, ну, конечно же. Такая штука, которую приходится менять, да, периодически. Да. Да, знаю по себе, конечно. Сезонности у нас радиаторы. Вот сейчас у нас в данный момент мы очень упор у нас по продажам радиаторов. Масляные или... радиаторы. Водяные радиаторы. Уже, да. Отопление-то уже ведь дали. Господи, алюминиевые, да. Биметаллические. Да. То есть для коттеджей, для квартир. Все там, все рассчитаем, все согласно площади, квадратным метрам, чтобы было все... Как бы
Вот, что еще сказать? Занимаем два этажа. На первом этаже у нас инженерная сантехника. Все, что касается прокладочек, счетчиков, котлов, водонагревателей, трубы. Да, второй этаж у нас идет более такое для красоты. Там у нас мебель для ванны, моечки. Я так понимаю, что своим ассортиментом и разнообразием вы можете удовлетворить требования и как мелких покупателей, так и оптовых. Да. Да? Например, когда организация какая-то вот проводит обязательно ремонт, обязательно. Сотрудничаете, сотрудничаем, да? Сотрудничаете заключаем договор, с большими компаниями, все работаем, да? Обязательно. Что касается каких-то акций, специальных условий, рассрочки, что в этом отношении можете предложить сейчас? Конечно же, акции всегда существуют, без этого никак. Стараемся, бывает аукционный товар, всегда мы устраиваем на определенную группу товара акции. Затем скидки обязательно, без скидок никак. То есть вот от 5 до 10%. Любому? Даже тому, кто приходит первый раз? Да. Да? Да. А потом ему что, скидочная карта? Скидочная карта. Вручается, да? Да. Угу. Как часто приходят и снова? Тогда очень уже закономерный часто. Вопрос. Если уже знают про наш магазин, люди возвращаются снова и снова, обязательно. Новинки, возможно, какие-то в ближайшее время вы планируете внедрить в продажу? Ну как, обязательно. Мы посещаем выставки все, что касается по нашей тематике, акватер, мусбилд. И обязательно после этих выставок всегда привозим новинки. Стараемся что-нибудь обязательно привезти и представить в нашем магазине, чтобы людям, особенно нашим постоянным покупателям, которые у нас ведь еще мы работаем с сантехниками, которые очень любят, тоже новиночки ждут, когда мы приедем с выставки, с чем-нибудь интересным поделимся. Кстати, Юля, такая же история и у вас в Royal Керамике. Вы тоже посещаете выставки и обновляете регулярно, да, ассортимент плит? Специализированные выставки, они обычно проходят весной. Мы ездим каждый год, привозим всегда тонны каталогов, фотографий, впечатлений. Ну, там их просто, видимо, ходят, вот предлагают, берите, возьмите. Вот, знаете, там мы ходим с чемоданом. Потому что туда складываем вот все, что дают, все, что как бы... Раздаточный наглядный материал, да? Да. Выставки большие, интересные, от 4 до 5 дней, и все дни ходим по павильонам с чемоданом на колесике. Все складываем, всю информацию интересную для нас. Вот. Вдохновляемся. Ну, для нас праздник. Это, безусловно, часть работы, да, очень, очень важная, конечно, в такой сфере. Я знаю, что сейчас кое-какие там на местности изменения у вас происходят или произошли уже, и изменился в целом подъездной путь, да, к торговому комплексу «Планета». Он стал более удобный, как вы вот сказали, непосредственно с улицы Московской. Да, да, подъезд у нас очень стал красивый, очень нам нравится, мы прям душа радуется, когда мы видим все это, как преображается. Всегда, видите, как сказать, что что-то новенькое всегда воодушевляет, вдохновляет, и мы сейчас очень рады этим изменениям. Ну, вот-вот они буквально произошли, да, и действительно. Удобно ведь еще с точки зрения не только подъездного пути, но еще и там, по-моему, большое пространство для того, чтобы именно на транспорте приехать, да, и оставить его, и уже пройтись непосредственно по торговому комплексу «Планета». Да, и в «Планете» обычно проблем с парковкой никогда не бывает. То есть, если человек приехал, он все равно найдет, где встать. Не где-то там за 500 метров, а непосредственно недалеко от магазина. И, соответственно, сейчас вот будет еще одна огромная парковка рядом на территории. То есть я думаю, что можно будет туда даже на КамАЗе заехать и накупить всего красивого. Время работы у ваших магазинов, оно стандартное, да? Да. Для торгового комплекса «Планета» это с 9 утра до 7 вечера до по 7 будням вечера. И до 5 вечера по выходным. Но вот суббота-воскресенье, сейчас... да? Да. Сейчас рассматривается вот такой вариант, чтобы увеличить время работы до 8 часов вечера по будням, чтобы людям после работы было удобнее заехать, ну и, соответственно, что-то посмотреть. Подобрать то, что нужно, да. Да. Хорошо, раз уж мы вот сейчас разговариваем с вами накануне длительных выходных праздничных, да, закономерен вопрос, как будете работать вот в начале ноября, в ноябрьские. В праздники мы всегда работаем по графику выходных. То есть мы работаем, мы не закрываемся, мы работаем с 9 до 5. Вот, то есть нас можно приехать... найти, и мы там всегда. Нет, просто я к тому еще спрашиваю, что, может быть, эти длительные выходные как раз кто-то использует для того, чтобы поездить по магазинам, поискать плитку, сантехнику. Ну, как обычно это бывает, да? И кто-то ремонт, может быть, затеет. Точно так же будете, да, Ирина, да, 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 работать? Вся... Салон «Акватрон», да? Да, обязательно. Да, мы все работаем вплотную, никогда не закрываемся самостоятельно. Все очень дружненько, всеми павильонами работаем.
Еще раз, давайте, да, еще раз давайте напомним, где точно на территории торгового комплекса «Планета» найти ваши салоны. «Акватрон», напоминаю, и «Роял Керамика». «Акватрон», еще раз. Мы находимся, да, торговый комплекс «Планета», Московская 102В. При въезде сразу павильон налево, павильон 1З. Мы занимаем две площади. У нас там даже красивые часики висят, нас можно найти. Угу. Написано магазин, как мы иногда заочно называем, магазин под часами. Под часами. Хорошо. Да. Номер телефона можно озвучить? Наш телефон 52-12-97. Угу. Юля, вам слово. Еще мы раз напомните. Мы находимся, получается, направо. Вот, по большому кругу. Это синяя линия, павильон 6С. То есть, соответственно, тоже по вывеске «Роял Керамика» нас можно найти. Если, мало ли, заблудились, можете звонить 75-26-16, либо спросить у любого охранника. Всегда покажут, где здесь в планете керамическая где плитка. Где тут керамика? Да. Керамическая плитка. Он подскажет. Спасибо большое. На этом завершается время нашей беседы. Ирина Воронова, руководителя компании салона «Акватрон», и Юлия Пронина, руководитель салона «Роял Керамика». Все это, еще раз напомню, в торговом комплексе «Планета» на улице Московской, 102В. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Полезный город.